можете посмотреть. Вам педиатра не рекомендую заходить, там сейчас... Огнезащита проходит обработка. Вот сюда можете подойти, посмотреть. Самое главное – это огнезащита противопожарная. По новому регламенту все противопожарные мероприятия, которые сейчас здесь проводятся, это как раз вот в первую очередь, что нужно сделать для того, чтобы здесь было безопасно. И мы понимаем, что где-то в какой-то степени нас в первую очередь беспокоят сроки, но в еще большей обеспокоенности мы от того, насколько этот объект будет безопасным. Есть необходимость изменения некоторых закладных деталей, которые, в общем-то, не были учтены, и сейчас стараемся сделать так, чтобы было все на современном уровне, чтобы удовлетворять всем требованиям, запросам артистов, выступающих, гастролирующих программ, то есть различных жанров, и воздушные номера, чтобы были удовлетворены, и коверные, клоуны, и, в общем, ну, любой жанр, чтобы мог, как говорится, удачно подвеситься, нормально работать на нашей арене. Плюс к тому, что и в плане бытового устройства артистов, в гримерках сейчас, чего не было ранее, предусмотрено полностью, вентиляция была сделана, но сейчас еще дорабатывается система кондиционирования. То есть, чтобы артисты могли репетировать, отдыхать, находиться в нормальных условиях. Компания «Классик», которая здесь непосредственно участвует. Пойдемте, мы вам тоже еще раз обратимся. Решение уже по внутренней, да. Вот Владимир может вам показать, рассказать. А у вас нет наружных здесь, наружных решений? А мы то, вчера, вчера а, уже общались. А это вот новые решения. Владимир, а что за решение? Я так понимаю, что это внутренняя, наверное, отделка помещения. Это пока не решение, а предложение. Предложение. Так, вот, да. В чем особенность, что за вот идея? Мы предлагаем оформить именно вестибюль, раздевалку. Ключе как бы концепции общей фасадной, то есть с какими-то фигурами, с какими-то атрибутами, которые именно рассказывают про цирк, про то, что здесь происходит. Вот. Также то есть у нас есть много вариантов. Вот. Также мы предлагаем оформить вестибюль второго этажа. Тоже так, ну, как бы на сюжеты именно представлений цирковых, и разместить, то есть с использованием тех же форм, которые у нас на фасаде, разместить скульптурные такие композиции разные на лестничные проходы. Внимание вот, на решение входной группы, то есть тоже такая как бы композиция, может быть выполнена из дерева, с какими-то тоже элементами, атрибутами, именно цирковыми. Вот. Это двери, я так понимаю. Да, это вот именно вот эта входная группа, позаимная входная группа. И также мы предлагаем ограждение как бы арены, то есть нижнего и верхнего яруса, тоже в одной и той же концепции, ну, с общим интерьером. Конкурс проведен в июле, соответственно, как бы проект родился только сейчас. Он прошел сейчас экспертизу, вот, готовится сметная документация, исходя из того, что будет объявлен на следующей неделе конкурс на доработку оставшихся работ, и будет, соответственно, как пойдет срок окончания работ по цирку. Ну, ориентировочно мы какую дату назовем цирку? Ориентировочно. Ну, месяц. Это... Месяц. Говорят про май месяц, что нужно успеть к маю. 2020 года. Так точно, 2020 года. Вот, но... Мы же все-таки в данном случае понимаем, что все зависит от того, когда начнется точка отчета. То есть говорить об окончании, не понимая, когда начнется начало, мы не можем. Все зависит от контракта. Конечно же, когда будет проведен конкурс, то есть мы, по нашему мнению, на доработку всех систем, которые нужно здесь ввести, нам нужно полгода. Ну, опять же, будет это, какая организация будет выполнять работу, мы же не знаем. Мы можем ответить вам только за то, что мы сейчас делаем. Вот купол мы разобрали и собрали, вы видите его со стороны.
А вот мы можем сказать, что вот до конца декабря мы его закончим. Если оговаривался срок, допустим, май 2020 года, как окончание работы, вот эти предложения, реально ли их успеть все реализовать, если это, допустим, будет принято? На данный момент, конечно, реально все это реализовать. Единственное, опять же, как говорили коллеги, с чего, ну, с какого момента начнется старт, главное, быстро все это как бы было согласовано и все это реально.